Смотрите, прохожу я, значит, по торговому центру. И здесь какой-то магазин открылся. Кози Хоум. Кози Базар. Давайте зайдем, посмотрим, что здесь интересненькое. Так, одежда для дома. Посуда какая нежная. Смотрите, какая красотища. Очень нежная посуда. А баночки, посмотрите, какие. Красотища. А вот смотрите то, что я видела в витрине. С сердечками. Соусница. Это под день святого Валентина. Видимо, сердечки розовенькое все украсили. Вот, смотрите, посуда, стеклянные стаканчики, креманки. Очень красиво. Что это такое блестящее? Тарелочка. Приборы столовые. Вот, смотрите, посуда. Такой узор, как летний, наверное, называется. Тропический. Кувшинчик. Такие милые попугайчики, свечи. Шкатулочка, смотрите, стеклянная. Так, давайте посмотрим на светильнички. Это что, свечи или шкатулочка такая? Видимо, шкатулочка закрытая. Полотенчики. Тапочки домашние. Аромаотдел. Молочко для тела, лимон лайм, соль для ванны, лимон лайм, пена для ванны, бомбочка 290 рублей.
аромат, не пойму какой. Черная смородина написано. Что-то кисленькое, но черную смородину я не чувствую. Это лимон, наверное. Да, лимон, лайм. Удовое дерево. И постельное белье. Не дешевое. Для ванны диспенсеры, стаканчики, мыло, мыльницы точнее. Носочки. Я как мерзляк очень люблю, чтобы у меня было много носочков. Так, здесь я уже была. Вот здесь подсвечники. Что за коробочка? Постельную? Ух ты, сатин. И вот такое вот оранжевое. Точнее, в оранжевой коробочке золотистый принт. Золотисто-синий даже.